Ну и дальше мы процедуру повторяем. То есть если мы вяжем в круговую, то есть у нас вязание вот отсюда идет, то есть какие-то столбики там связала, пришла к этому месту, и опять мне нужно будет сделать перехлест. Опять я вяжу. Так, сначала я вяжу вот эти вот столбики лицевые, то есть вот отсюда. Так, а затем изнаночные, то есть вот, вот эти. Ой. Столбики будут тоже рельефные лицевые, просто они будут сзади вот этой вот тройки находиться.